Стоять! Руки перед собой, оружие не трогать! Это кто же у нас тут такой громкий? Громкий у тебя приговор в суде будет. А сейчас ты на мушке у главного лесничего Ясногородского лесхоза. Так что, без шуток, пуля на дура, а полномочия на нее у меня на указательном пальце висят, ясно? Ха, яснее не бывает. Но коль ты такой серьезный, главный лесничий Ясногородского лесхоза, то и предложение к тебе будет серьезное. Ну и чем же ты меня прельстить хочешь? Ха, разноцветными бумажками. Ну, только в пределах разумного, конечно. Ага, как дурачку, фантики на день варенья. Фантик фантику рознь. Да и дурачки, они порой умными бывают. Посмотри-ка. Приличная сумма. А то! Ружьишком обзаведешься, телевизор новый купишь, да еще и на кабак хватит. Ружьишка, говоришь? А животину не жалко? Ведь молодая совсем была. Дядя, ты это, бери рулончик. Нечего тут канитель разводить. Хороша канитель. Совести совсем нет. Ты, который помоложе, бери веревку, вяжи своих дружков. Значит, не договоримся, да? С участковым будешь договариваться. А ну, слазь с него! А то сейчас в задницу еще одну дырку сделаю. Ну, руки! Ну, слава богу, наконец-то. Тебя только за смертью посылать. Ну, сам же сказал, обойди с тыла, я и пошел. Куда пошел-то? В Ясногородку и обратно? Да не кричи на меня, хрыч старый. Как пошел, так и пришел. Скажи спасибо, что вовремя. Спасибо. Да хватит трындеть! Кровища схлещет, помогите! Сам напросился. Третий куда-то сиганул, где его теперь искать? Найду, не волнуйся. Давай, давай, красный следопыт. Пошел. А? Прытки вы мои! Думали, не поймаю. Вы это кому, Валентина Ивановна? Курям. Кормила их, понимаешь, поила, лелеяла. А они, дурехи, на свадьбу не хотят идти, а? Ты посмотри, забились прям в самый угол. Еле выволокла. Вы что, их убивать будете? Нет, песни петь разудалые. Ну, Валентина Ивановна, я ж просила, мы же договаривались. Да я за сарай пойду. Ну, захочешь, ничего не увидишь. Ни кровинки, ни перышка. Ничего я не захочу. Там хоть одна живая птаха осталась. Ну а как же? Несушки все целые. Вот никто не любит вегетарианцев, а ведь нас 15% по всем мире. Да как бы не так, врут твои 15%. Болеют люди, желудком или еще чем. Да назваться кем угодно можно. Неправда. Да вегетарианство – это сознательный выбор вообще прогрессивного человечества. Нельзя убивать животных. Угу. Кормить-то их хоть можно? Кормить, конечно. Ну, бросай рукоделие, иди дай поросяти. Хорошо. Ты думаешь, люди что вот на свадьбу придут, а? На тебя смотреть, да на Кольку? Кабы не так. Вон стопка другая, давай, тетя Валю, спевай, блюда выноси. Валентина Ивановна, вот Коля вам предлагал взять еще одного повара на свадьбу. Вы что ему сказали? Сказала, что сына один раз женю, сама уж как-нибудь управлюсь. А теперь чего? Ну, притомилась я маленько. Ну, идите прилягте минут на 15, они же ничего не решают. Еще как решают, я дюжину пирожков завертеть успею. А ты поди-ка вон яйца выбери. Угу. Вот так вот. Какой дурдом вообще. Ага. Ай, вегетарианка ты моя. Да, и к тете Фросе заскочи. У нее поросенка стащили. Второе заявление уж принесла. В общем, надо разобраться. Так ведь съели давно. То есть как съели? Ну, холодец вряд ли вышел. Махонький поросенок был. А запечь можно было бы, да. Ты вот это вот сейчас что, вот шутишь со мной, что ли? Я это выдвинул предположение. В пределах своей компетенции, вот. Должностные обязанности, что ли, дочитал? Ну да. Так, где? Я тебя оставлял. Ага, понятно, даже в руки не брал. Так, где у нас тут последний абзац? Вот. Поддерживать отношения с населением, обусловленные характером оперативно-служебной деятельности, опираясь на его население, содействие при разрешении различных задач. Так что, сказки сочинять будешь в библиотеке. Поступило? Спасибо. Заявление от гражданки Ефросинии, значит, что нужно разобраться, что непонятно. Все ясно, товарищ капитан. Какой понятливый, когда хочешь. Да, и это… В общем, никаких свиданок во время несения службы. То есть здесь, в участке, то есть вот… То есть вот на этом элементе мягкой мебели. Понятно? Ясно. Да, знаете, скрипит он сильно. Извините. Глубокие познания. Так, в общем, остаешься за главного на 3 дня моего отсутствия. Для вышестоящего начальства я в отпуске. Вопросы? А если случится вдруг чего? Неординарная ситуация? Ну, звони только в случае крайней необходимости. Все, ладно, я побежал, а то мама мне голову снесет. Завтра свадьба, а я тут с тобой, в общем, пропадаю. Успеха вам, Николай Афанасьевич. Счастья вам. Желаю, чтобы жена сильно любила, вкусно кормила, оберегала вас. Вот. Че, завидуешь, что ли? Есть маленько. Завидуй. Спасибо. До свидания, Николай Афанасьевич. Деды, как в армии. Кольке. Твой Санька, младший лейтенант, ничем мне помочь не может. А мой крестник, единственный родственник, мне не откажет. Дядь Петь, ну хватит предисловий. Говорю же, что надо. Ты зарплату давно получал? Дядь Петь, у тебя с памятью плохо, что ли? Только и слышим, что район задерживает. Задерживал, а теперь вот не задерживает. Расщедрился. Это хорошо или плохо? Это отлично. А, слушай, давай мою зарплату тогда в сейф запри, пожалуйста. После свадьбы аккурат будет. А если я тебе скажу, что еще месяц зарплату подождать надо? Ефимыч, ты что, издеваешься, что ли? Вот. И мне каждый встречный поперечный так говорит. Ефимыч, ты что, издеваешься, что ли? А у меня 47 человек в лесхозе. У каждого семья и заботы. Я на лесопилку уже боюсь зайти. Они же меня грохнут. Найдешь меня где-нибудь в опилках. Дядь Петь, не дури. Съезди сам. У тебя вон транспорт стоит новый, в гараже. А ты с него пылинки сдуваешь. Транспорт новый, да бак пустой. Ну что тебе стоит? Мырк-шнырк, час времени. Заодно и свадебные подарки для Ленки посмотришь. А кто с мамой разговаривать будет? С мамой? М? С ванной. Ну, ради такого дела я поговорю. Я и с Василисой поговорю, так сказать, по-председательски. Ефимович, ну пойми, я ж с утра то сё. У меня лишь форма в шкафу, Макара в сейфе. В сейфе? А мне еще нужно брюки подшить, галстук подобрать. Ты понимаешь? Я вообще уже в отпуске за свой счет с сегодняшнего утра. Подожди. Так, штаны Василиса подошьет, галстук выбирай у меня любой в шифоньере. А если зарплату привезешь, я тебе 20 календарных дней отпуска даю. За счет лесхоза. 20? 20. Красиво излагаешь. Ну-ка. Ефимыч? По-моему, там. Ну сколько ж можно? 3 дня за свой счет. Я дочь замуж выдам и сразу же обратно. Вов, ты часом не тронулся? Я еле с ними договорился на выходные. Ты как себе это представляешь? Ну ты понимаешь, что дочь одна? Первый раз замуж идет, она может зайдет и выйдет, а я потом отбатрачу. Сядь. Под поезд бросаешь. Отбатрачу. Лихо, дорогой мой. Ты хоть понимаешь, что под угрозу ставишь? У нас бюджет не золотаешь, сплошная дыра. А без их вливаний до выборов мы не дотянем. Ты чего, раньше об этом не знал? О чем? О свадьбе. Знал. Но стыдно признаться, что до конца думал, что она расстроится и все отменится. Вот, значит, как. До чего мы с тобой дожили, Вова? Давай так. С утра на роспись. Так. Потом ко мне. Так. Вечером отпускаю тебя на гулянку, но с условием, чтобы утром снова был здесь как штык. И с лицом человеческим. Это не получится. До Ясногородки 3 часа лету по трассе. Это же... граница области. Ты чего? Не мог ей поближе жениха найти? Не говори мне больше об этом женихе! Ясно. Ясногородка. Ясногородка. Это же черта на куличках. Ну? А ты не знаешь, в твоей Ясногородке сосновые леса есть? Спросил. Я там был 1 раз. Зимой. Снегу по колено, по пояс. Да и нетрезвый был. Вова. А. Чего? Поезжай на свадьбу. А. Пока трезвый, найди полчаса ознакомиться. Интересный расклад, Вов. Очень интересный. А может быть, как-нибудь в 2 словах, а? Янтарь там. Янтарь? Да ладно. 100 грамм на кубометр. А это много, мало? При Союзе объем посчитали неперспективным, а по нынешним временам это золотое дно. Да, большой карман. Ну, инвестиции, рабочие места. Слушай, а и информация достоверна, что-то на развод похоже. Ну, так вот и проверишь на месте. Сведу тебя с человечком, который притащил мне все это. Пока я займусь разрешениями, а ты там прикроешь его на месте. Ну, мало ли кто там в управе. Как-то это моего зятя крестный. Такой плюгавенький мужичок, но амбициозный. О-о. А зять кто? Участковый. Ай, дочка, молодец. И как она туда попала, а? Как попала? По недоразумению. Ладно, давай. Подарок с меня, передавай поздравления. Все, бегу. Давай. Это самое, я все отработал. У меня там, знаешь, у меня бывшая просто отбивку жрет, сидит. Все, поклон, давай, поклон от меня, красавица нашей. Забирай ты эту красавицу со всеми потрохами и финтиклюшками. Да, Вов. Да. Ты смотри там без резких движений, а глазка ни к чему. Я понял. Давай, молодец. Я… Спасибо. Давай. Садись, поехали. Тебе привет, а самого? Кланяться велел. Кланяйся. Обойдешься? Поехали. Жизнь идет, а бывшие мужья не меняются. А может, это и к лучшему. Слушай, или едешь, или идешь на электричку. Развод придумала женщина. И алименты тоже. Угу. Дождешься от тебя алиментов. Да что ты. Поехали. Вить, а это еще кто с ними? Не знаю, сейчас поближе подъедем, посмотрим. О, вот это нам повезло. Я думал, до ночи с ними будем валандаться. А что случилось, пап? Да, как всегда. Ни совести у них нет. И закон не про них писан. Косули? Ну… Кто это его так? Да сам на рожон полез. Это вы, мужики, зря дедов разозлили. Они с некоторых пор пленных не берут. Да ты не мели ерунды, они и так вон еле на ногах стоят. Одному все-таки удалось мыться. Намаялись мы с ними. Может, в участок к Николаю подбросьте их? Да, конечно, запросто. Давай. Тихо. Ильич, их двое, а Иринка… А что Иринка? Иринка еще не таких по лесу гоняла. То когда было, сейчас другое дело. Да их не двое уже. Считай, половинка на четвертинке. Справимся, грузите. Ну, мужики, дальше с комфортом поедете. Ну че, готовы? Ты там краем глаза смотри. Мы их хоть потрепали, но поглядывай, ладно? Оружие с собой, ну и все. Ильич, а… Да, и вот что возьмете. А что это? Вещественные доказательства. Пошла. Оформишь? Пусть Николай оформит как следует. Хорошо. Все чин по чину. Хорошо. Нападение при исполнении и так далее. Давайте, мы пойдем третьего искать. Хорошо. Бойцы. Пошла. Ну, пойдем. Дурдом. Ты не мог купить атлас? Я знаю дорогу. Будет Раздольная, а потом мост. Мост мы только что приезжали. Да нет, это второй мост, после Раздольной. А потом будут кривцы и синяки. Глушь чертова. Угораздило роднёй обзавестись. Да? А может быть, они милые, отзывчивые люди. От зари до зари. Работающие на поле. Выращивают для нас, горожан, овощи, брокколи, артишоки, совойскую, брюссельскую капусту. Ты же любишь овощи? Я люблю овощи. Я очень люблю овощи. Конечно. Викторианство – это так модно. Йога. Да, а как же? Как звали этого белобрысого инструктора? Прекрати издеваться. Чего не срослось-то? А тебе-то какая разница? Ну, не срослось. Доволен? Зато у тебя срослось. С твоей Ниной-балериной. Мы едем на свадьбу нашей дочери. Ты понимаешь, что происходит, Вова? Нам нужно что-то решать. Там застряла твоя дочь, а не соседская дурочка, в конце концов! И твоя дочь, между прочим, да? Тоже, которую воспитывала ты и воспитывала плохо! Когда я занимался добыванием этих денежных знаков для ваших финтифлюшек, ты вела с ней душевные беседы. Угу. Слушай свое сердце, поддавайся своим чувствам. Вот твои беседы боком и вылезли, свободолюбивая ты моя. Надо остановить ее, Вова! Надо увезти ее домой! Открой ее дорогу! Не ори! А ты рот закрой, а то сейчас... А ты что, по второму кругу разведешься? Нет, я сейчас возьму, высажу тебя и будешь на попутках добираться. Это ты можешь. Вот, вот синяки-то! Угу. Ой, скучно с тобой, Саша. Тетя правильно. Тетя по дням расписана, по полочкам разложена. Расслабься, Ильич, ведь немного-то и осталось. Чудак-человек. Да, такое начинаешь понимать. Вот как я, когда из безысходности выкарабкиваешься. Философ. Да. Ну, сам посуди. Год пролежал, как овощ. А мог бы и не очнуться. Какая же тут философия? Это правда жизни. Пессимист. Ну, я вот он я, здесь. Иду рядом с тобой, разговариваю, любуюсь природой, подкалываю старого пердуна. Чё? А он злится на меня, потому что давно уже превратился в кикимора. Ты попридержи язык. Я не понял, ты что, нарываешься? Да иди ты. Тебя вон тряхни покрепче, так потом горе не оберешься. Ну, это мы еще посмотрим. А ну, снимай. Выходи на бой. А? Ну, давай. А? Разомнем суставы. Да, давай. Только не обессудь, если пережму что-нибудь. Давай, тряхнем стариной старый пенек. Ты только старину-то не потеряй. Ё-моё! Да попусти! Умру! Ой! Прав ты, прав. Ой. Что это? Колесо, что ли, прокололи? Ох. Крути как хочешь, связи нет. Значит, эвакуатор отменяется. Придется тебе, Вова, с домкратом повозиться. Я надеюсь, ты не забыл, что это такое? Ну, а может, поможешь? Испачкаться боюсь. Не стой над душой, пожалуйста. Могу курить в салоне. Разрешаешь? Нет. У меня в салоне вообще никто не курит. Даже наша Нина-балерина. А балерины, они же вообще не курят. Они порхают над сценой, как райские птички. Ты же бросала курить-то. Бросала? 8 раз бросала. Но знаешь, с нашим драгоценным чадом никаких нервов не хватит. 20 с хвостиком, она замуж собралась. А сама-то 20 без хвостика. 19. Ну вот именно, 19. Мне вообще казалось, что эта свадьба, она Она организована для того, чтобы только платье вот до самого пола и какие-то удивительные туфельки. И неправда. И правда. И неправда. И правда. Я говорю, неправда. Это потому что я помню, правда все. Это какие-то шелковые, слоновые кости туфельки. Я их еще из Эмиратов привез. И ты, как ты всем этим своим подругам? Вот какие у меня туфельки. Вот как... А потом дождик пошел. И они все развалились. Как ты рыдала? Дуреха. Я думал, что ты меня любишь, а не те шмотки, которые я доставал. Времена такие были. Неподходящие для любви? Куда? Испачкаюсь. Я, между прочим, последнюю статью про Пенелопу Крус не дочитала. Пенелопа куда? Крус! А-а-а. Заберем ее отсюда, а? Куда? Ну, вот заберем и увезем в город, в цивилизацию. Силком увезем, да? Ну, если не уговорим, то силком. Ты говоришь страшные вещи. Вот чудовищно страшные вещи. Это, знаешь, это по глупости, наверное. Я бы до такого не додумался вслух сказать. Нравится тебе, зять, или не нравится? Ну, все. Все, сделано дело. Печать, штамп, ничего не изменится. Она вон за год всего 2 раза приезжала. И что, вещи собрала и все, опять двинула к нему. Ты что, думал, что все само так разойдется, да? Да просто тебе некогда было вникнуть, серьезно у них? Или так, кувырок ради здоровья? Кувырок, как у тебя с Ниной балериной, да? Ты ей отец или нет? Я тебя спрашиваю, ты ей отец или чужой дядя, которого в гости позвали? Ты всегда только по командировкам и больше нигде, понимаешь? Всю жизнь. А если не в командировке, то ты в гараже со своими мужиками. Ты никогда не знаешь, как не спать с ребенком, когда он болеет. Никогда. И знать никогда не хотел. Деньги он зарабатывал, да? А что ты без денег? Ты без денег. Можешь помочь? А? Чего ты тут ставил? Какой твое дело? Иди отсюда! Иди отсюда! Ты понимаешь? Следуешь только завтра? А попутка? Угу. Я тоже обнимаю. Крепко-крепко. Очень жду. Соседка виновата, понимаешь? Я ее увижу утром, так у меня весь день кувырком. Да идет. У тебя вся жизнь кувырком. Сарай-то здесь при чем, а? Как при чем? Собственность лесхоза, между прочим. Недвижимость. Ну, осталась одна собственность. Ага. А за порчу государственной собственности знаешь, что бывает? От 2 до 5. О! Ефимыч, и ты туда же, да? Ну, говорю же тебе, ну, недорожно. Ну, думал, я впишусь в этот поворот-то, блин. Вот сколько раз говорил, да? Что на трактора нужно эти парктроники ставить. А что? Машина большая, как мне парковаться-то? И понимаешь, тут забор, тут сарай. А мне вообще в другую сторону нужно было. А я знаю, в какую тебе сторону нужно было. Какую? В магазин, да? Вот за этим. А ведь 12 нет еще. Да? А кто сказал? Кто сказал, а? Недоказуемо, Николай Афанасьевич. Недоказуемо. Что недоказуемо? Порча государственного имущества на виду и доказательств целая куча. Какая куча? Да вот такая вот куча. Что Привет. За шума, драки нет? Да вот теперь ни камеры предварительного заключения, ни места для хранения улик. А может и хорошо, сарайчик-то был старый, а сейчас вы новый построите. Новый, говоришь? Новый. Ефимыч, а 10-й участок давно рядили? Так все на лесопилке, а что? А вот тебе бесплатная рабочая сила на 15 суток. Чего? Сарайчик желает восстановить. Я? А что, хорошая мысль? Я это... молоток, это не моя стихия. Нет. Младший лейтенант! Санька! А? Здесь я. Оформи гражданин Цветкова на 15 суток общественно полезных работ. За что? За сарайчик, мой дорогой, за сарайчик. И благодари Бога, что еще дешево отделался. Тогда и соседку сажайте, потому что она во всем виновата. Саня! Дотяну его! Без соседки сидеть не буду! Да пройдемте же, гражданин Цветков! Коль, мы тебе тут подарочек к свадьбе привезли. Привет, Иришка. Привет, Коль. Ильич, с утра на горяченьком взял. Одного, правда, зацепил, но ничего, жить будет. Ой, этого еще не хватало. Где же мне их содержать? От сарайчика щепки одни остались. Эх, в район надо. Ребят, ну у меня ж свадьба и этот отпуск. Ильич просил формулировки нападения при исполнении указать. И вот еще вещдух передал. Не напрягайся, красавица. Под расстрельную не дадут, так что еще встретимся. К тебе претензий нет. А вот деду твоему хату спалим. А ты меня не пугай. Я таких, как ты, десятка два за решетку упрятала. Коль, ну что делать-то? Что же это, у нас один сарай на весь лесхоз? Да понимаешь, там условия должны быть. И нары, стол, уборная. В район надо. О, и в бухгалтерию заодно заскочите. Накаркал, дядь Петь. Ладно, Вить, веди их в машину. Мама, на тебе. Я не отказываюсь. И штаны с галстуком, помнишь? А то. И на 20 суток... отпуск за счет лесхоза. Ну ты, Коль... Вить, подожди. Чё? Согласен, на 20 дней. Ну, я за Антониной Петровной. Скоро уже? Ну, по графику недели через 2. А ты как? Готов к переходу на новый этап семейных отношений? Все как-то неожиданно. Ленка-то где? Готовится, поди. Ой, они там с мамой едва не дерутся. Лене то не то, маме это. В общем, я при первой возможности огородами. А мне Витька сегодня тоже предложение сделал. О, и как это уже? После? Ну, конечно, после. Поздравляю, сударыня. Спасибо. Сказали, кто будет? Да нет, мы не спрашивали. Витька, правда, на мальчика рассчитывает. Слушай, ну пацан, это хорошо, это очень хорошо. И помощник, да и наследник. Мяч будет с кем, слушай, Витик, завидую я тебе, а. Ну да. А вот и мы при полном параде. Осторожно, ступенька. Здрасте. Ну, в общем, завтра ждем, не опаздывайте. Обязательно будем. Давайте. Счастливо. Пока. Скорей, скорей, скорей. Пока он не передумал. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Ой. Так. Коля, удачи. Все. Ну, пошла, моя хорошая, пойдем. Давай, давай. Так. Чё? Мигом к Валентине, засучил рукава и все, что скажет, мухой. Понял. Куда, куда, куда? Так это, за фуражкой. Да какая фуражка? Я сказал, засучил рукава и... Понял. Мухой. Слушаюсь. Домкрат не забыл вытащить? Не забыл. А гайки хорошо закрутил? По дороге не растеряем? Не растеряем. Точно? Что, я похож на самоубийцу, что ли? Еще как похож. Мог бы сразу сказать, меняю счастье дочери на очередную авантюру. Вот в этих бумажках могли написать все, что угодно. А почему не золото, Вова? Почему янтарь? Ты что, веришь геологам? Я ж тебе объяснял подробно, ясно. Это особенности почвы. Понимаешь, что ли, нет? Особенности почвы, особенности почвы. А наша дочь будет стирать ему портки в холодной воде только потому, что он участковый и потому, что очень нужен нашему папе Вове. А у них что, нет горячей воды? Не знаю. А чего ж ты тогда наговариваешь? Не знает она, понимаешь. Надо будет, купим бойлер, стиралку, электростанцию поставим, но год надо продержаться. А вот теперь ты. А вот теперь ты говоришь страшные вещи. Год продержаться! Да, потому что трудоемкое предприятие, трудоемкое. Так все, хватит мне тут. Приедем туда, чтоб улыбалась. Будь любезна и приветлива. Слово лишнее скажешь, я пришибу. Ты меня знаешь. Знаю. А потом? А потом выбирай себе, какого хочешь жениха. Хочешь городского, столичного, вон, заграничного. Здрасте. Поехали. А... Николаша, поехали. Да. Поехали скорее, прошу тебя. Ой. Сейчас. Опа. Ой, Николаша. Да. Вот смотрите, правда? Красиво переливается. По Леночкиному эскизу. Ручная работа. Поехали, Николаша, прошу тебя. Мне зарплату выдали за 3 месяца полностью. Боже, я таких денег в руках не держала в жизни. Страшно. Николаша, они говорят, бери, твой председатель будет рад. Со мной сегодня ангел-хранитель, так что быстро довезу. Поехали. Дамчу. Поехали. Я тебе наряд не подпишу. Что хочешь людям объяснять? Задумал тоже, выходные чистить. За такие деньги я и сам с пилой выйду. А мне уж наряд, Ефимович, до одного места. Что? Кого вы поставите? Аккуратно. Ничего, не сращай, найду заезд. Они вам пол-леса спалят, а мы материалом возьмем. Вот это все утянем, и с первого участка тоже. Я тебе утяну, только попробуй. Лесопилку закрою, вот тогда узнаешь. Что всю неделю делали? Пиво дули и в домино резались. Ты бы еще на 1 мая вышел. А ты, председатель, зарплату плати. Везут твою зарплату, везут. Пиво дули. Степан, за мной. Всех поувольняю к чертовой матери. Слушай, Ир, как ты думаешь, может быть, надо было к Кольке заехать? С ума сошел. Представляешь, какая там сейчас суматоха. Под ногами у них путаться. Ну да, Ленка в белом платье скачет. Бигуди, фата. Вся в перемешку. Да, со скалкой и с метлой. А в чем с метлой? Ну, ты Колькину маму не знаешь, что ли? Все ну шуршат. Да. Серьезная женщина. Да. Думаешь, мы не поторопились с горшком? Ничего, в аренду возьмем, если что. Ну да. Кто бы это мог быть? Грибники. Грибники? Может быть, это тот, который от Ильича сбежал? Да. Чего ему тут на кордоне ошиваться? Ему надо ноги уносить. Угу. Ну, проверить не мешало бы. Ты как? Нормально, но в лес не пойду. Помнишь, как пользоваться? Ох, иди уже. Давай, если что, встретимся на кордоне. Нет, я тебя здесь буду ждать. Хорошо. У тебя 10 минут. Хорошо.